Вчера в Москве прошел совет по стратегическому развитию, где президент Российской Федерации Владимир Путин призвал коллег продолжать совершенствовать систему здравоохранения. Нужно прямо сказать, несмотря на очевидные изменения, у нас еще очень много нерешенных проблем, отметил президент. Именно поэтому, коллеги, я очень рассчитываю о том, чтобы и министерство, и главные врачи, и тем более медицинская палата займутся серьезным повышением престижа, повышением статуса, повышением материального положения медицинских работников. Днем позже профильное совещание провели и в областном правительстве. Были озвучены отрасли регионального здравоохранения, на которые специалисты обратят более пристальное внимание. Это вакцинация, социальные карты, здоровый образ жизни, а также поднятый уже на федеральном уровне вопрос диспансеризации. И еще мы на сегодняшний день возьмем пилотное учреждение поликлиническое, в котором будем отрабатывать. Мы видим, что такие практики уже есть по сокращению времени прохождения диспансеризации. Потому что основные нарекания от жителей региона, вообще в целом Российской Федерации, идут о том, что достаточно длительно проходит эта процедура. Решение всех поднятых на совещании вопросов будет жестко контролироваться медицинской палатой области. Планы, они действительно очень большие, они масштабные. И сейчас я про них просто не хочу сказать. Но цель – качество, доступность и безопасность. Вот это самое главное. Сергей Морозов оценил работу профильных ведомств и поставил четкие задачи на следующий период.